Пандемия пока не отступила. Использование средств защиты в транспорте по-прежнему обязательное условие для поездки. На проверке одного из автобусных маршрутов округа побывал Александр Колганов. Женщина, ваша масочка? Есть. Одевайте. Обязательно одевайте. Одевайте. Нет, вы одевайте, потом пройдете. Так, хорошо. Мужчина, ваша маска. Молодой человек. Находясь за рулем автобуса в маске и перчатках, водитель Анатолий Бондаренко просит пассажиров, вошедших в салон без главного аксессуара этого года, надеть маску или купить ее прямо здесь. С несогласными или протестующими водитель вынужден действовать по-другому. Безопасность пассажиров в приоритете. Просто движение автобуса прекращаем, и сами пассажиры их уже провожают, потому что всем остальным-то ехать нужно будет. Уже скандал поднимает, все пассажиры, ему уже вынужден либо купить маску одеть, либо сойти с автобуса. Ношение средств защиты в общественном транспорте – требование обязательное. Сознательных и ответственных пассажиров – подавляющее большинство. Не хочу болеть, не хочу, чтобы инфекция на меня переносилась, на моих близких. Первая защита – маска, перчатки. Это обязательно, все должны ходить, тогда и болеть будем меньше. Если это помогает, то нужно носить. Конечно, в общественном, на улице можно и не одевать, а в общественном обязательно. Кроме контроля масочного режима, в общественном транспорте, в салонах автобусов и маршрутных такси после каждого круга проводится дезинфекционная обработка. Соблюдение необходимых мер безопасности в период сезонных заболеваний и пандемии коронавируса – наша общая ответственность. Луиза Игиазарян, Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.